Памятники павшим в Великой Отечественной войне есть практически в каждом российском городе или селе. Тогда их ставили современникам, а сегодня к обелискам приходят благодарные потомки. И по сей день в каждом бронзовом, мраморном или гипсовом изваянии видится чей-то дед, отец, брат, сын, друг, односельчанин. Вот только время стирает их черты. Памятники ветшают и разрушаются. К 70-летию Победы Министерство культуры Чувашии намерено провести реконструкцию исторических объектов. В Чувашии, по предварительным данным, в косметическом и капитальном ремонте нуждается 167 обелисков и памятников. Больше всего объектов в Красночитайском, Марпасадском и Ядринском районах. В каждый район мы будем выезжать и осматривать техническое состояние памятных мест. На сегодняшний день паспортизировано 1164 памятников. Общее состояние таково, что где-то в порядке 20-25% этих памятных мест подлежат они, то есть не в удовлетворительном состоянии, можно сказать, подлежат текущему ремонту. В Мариинско-Посадском районе всего 65 памятников. 22 из них требуют косметического и капитального ремонта. Со съемочной группой мы объездили обелиски и монументы в селе Шоршилы, в деревнях Малое и Большое Камаево и в городе Марпасад. Видно, что их состояние на сегодняшний день, особенно в деревнях, требует ремонта. Покосились и выцвели ограды. С памятников осыпается штукатурка и краска. Некоторые, возможно, придется перенести на более удачное место. Мы планируем, согласие глав сельских и городского поселения, что вкладываться будет поселение и будут привлекаться спонсорские средства, а также будут привлекать население, которое неравнодушно к этой дате. Также благоустройством будут заниматься обязательно образовательные учреждения. Есть патриотические клубы, которые активно участвуют и в организации клумб, и расчистке территорий. 15 марта будет составлен полный список памятников, нуждающихся в ремонте. И как только позволит погода, можно приступать к работам. Анастасия Лангина, Андрей Шоклев, Республика.